Сьогодні в нас в гостях майстер спорту з легкої атлетики, рекордсменка Буковини на спринтерських дистанціях та засновниця бренду натуральної косметики «Мікстура» Олена Парнета. Чи пам'ятаєте ви той момент, коли вперше вирішили спробувати себе в легкій атлетиці? Це було... Ой, боже, даже еще где-то в школе, наверное, потому что путь к легкой атлетике у меня был немножечко такой затянутый, тернистый. Реально серьезно заниматься я начала очень поздно по меркам спорта. Это где-то аж в 2007 году у меня было, да, боже, 19-20 лет. И по меркам спорта это уже заканчивают некоторые люди в этот момент, а я только начала. Ну, наверное, в этом моя какая-то упертость. То есть я всегда вот хочу, значит, делаю, потому что мне так это нравится, я этому отдаюсь на полную. Но впервые мысли появляться о том, что я хочу этим заниматься, начались, когда я узнала, что моя мама сама занималась легкой атлетикой, папа ее тренировал тоже, мастера спорта, сборники были. Вот, поэтому я себе решила, что я тоже хочу, как мама. Это где-то школа, школьные года, но уже солидно и серьезно. Это началось уже в институте, где-то на третьем-четвертом курсе, где-то так. Какие забеги были для вас наиболее важным? Знаете, вот выделить какой-то отдельный забег, это... Я не могу так сделать, выделить какой-то... Вот ты никогда не знаешь перед этим забегом, что он для тебя будет какой-то самый важный, допустим, не знаю. Но... Всегда хочется каждый... Знаете, в спринте я бегаю короткие дистанции, 60, 100, 200 метров, и ты каждый забег отдаешься по максимуму, и поэтому планировать какие-то личные... У нас каждый забег где-то выполнил личный рекорд, поставил, да, и он для тебя важный. Вполне вероятно, это... Я даже не могу выделить, но... как-то даже отметить один какой-то сложный. Для меня все были важны, к каждому забегу я относилась очень серьезно. То есть таких... Мне пока не довелось побывать на Олимпийских играх или столь серьезных соревнованиях, где от забега зависит что-то очень-очень большое, там, имя страны на международных стартах. Поэтому так выделить не могу. Я могу сказать, что для меня каждый забег, он по-своему важен. Вот как-то так, наверное. Олена, вы мастер спорта из легкой атлетики. Рекордсменка Буковини на спринтерських дистанціях та власними руками робити косметику. Як вам вдається це все поєднувати? Тут дуже-дуже-дуже цікавий такий момент случився. У мене виходить, що коли я починала робити косметику, я, в принципі, не рассчитывала на те, що це переросте в щось більше, ніж просто хобі. Тому що легка атлетика – це була моя життя, це... Даже не часть жизни, это жизнь. Я фанатично относилась и отношусь к этому виду спорта. Это, ну, моя вторая половина. Вот. И когда я профессионально... Сейчас, на данный момент, мне просто не получается профессионально тренироваться, так как в 2014 году это был самый лучший год в моей карьере. И в конце года я получила травму, и мне пришлось... урезать тренировочный процесс для того, чтобы восстановиться. Травма довольно серьезная, воспаление сухожилия, и она лечится не очень просто. И для того, чтобы просто не сойти с ума от того, что ты любишь это дело, но ты не можешь его делать, мне пришлось отвлечься на что-то другое, и мы в один прекрасный момент мои друзья мне говорят, ну вот ты делаешь... Все начиналось с мыла, банально и просто, мыло. Говорят, ты делаешь это мыло, ну делай больше, чтобы просто отвлекаться от этих глупых, навязчивых мыслей, когда ты что-то не можешь, ты это любишь всем сердцем, но ты его не можешь делать. Это прям доходило до каких-то болезненных психологических моментов, приходилось отвлекаться, чтобы, ну, просто не сойти с ума, банально. И как-то вот втянулось, и на то время, когда я начала восстанавливаться, это прошло уже 15-16 год, вот только сейчас я уже преодолела, могу сказать, что я преодолела эту болезнь и буду возвращаться в большой спорт, то на данный момент я могу сказать, что микстура стала такой же частью моей жизни, как есть легкая атлетика. И на данный момент у меня стоит такой интересный вопрос, как это все соединять вместе. Ну, благо у меня есть замечательная команда, девочки, которые мне помогают, которые на данный момент являются и моими опорами. Я смогу на них рассчитывать и доверяю им в том, что делаю сама. То есть уже настолько у нас получается отношения сложились, что я могу доверить им и пойти чуть-чуть побегать и вернуться, чтобы опять дальше продолжать все делать вместе.
що допомагає вам не зупинятися на досягнутому та мотивує рухатися вперед. Знаєте, я скажу так, стремлення розвиватися. Для меня самое страшное, что может быть, это застой. Вот если ты сидишь и ничего не происходит в твоей жизни, это настолько скучно и однообразно, что ну как можно так жить? Вот ты сидишь и в твоей жизни ничего не происходит. И тебе хочется всегда развиваться, чего-то достигать нового. Но вот интерес, что дальше, вот тот интерес, что дальше будет за тем, что ты сделала вот так, а что будет потом, а что будет дальше, вот оно меня стимулирует. Плюс, естественно, очень сильно стимулирует то, что люди, которые пробуют то, что я делаю, говорят, насколько это им нравится, и оно в некоторых случаях даже помогает справиться с какими-то личными вот вопросами, там у кого-то кожа, что-то так вот подходит, подбирает себе человек, что на данный момент даже то, что я могу кому-то помочь через свое любимое дело, это тоже очень сильно стимулирует. Ну, вперед, только вперед, как бы хочется двигаться дальше и смотреть, что там в новых горизонтах. Вот это вот меня стимулирует. Олена, ви така життєрадісна та цілеспрямована. В чому полягає ваше життєве кредо? Ну, це все зі спортом. Дійсно, зі спортом, тому що професіональний спорт учить тебе не здаватися, боротися, йти далі, не унивати. Особливо вот эта болезнь, которая произошла в моей жизни, она очень сильно подтолкнула поменяться и понять, чего действительно ты хочешь и как ты сильно это любишь. И если ты будешь унывать и вешать нос, то у тебя никогда ничего толком не получится. Ну, проще смотреть на проблемы с улыбкой. Вот. И моё кредо, может, в каком-то плане является плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Вот. Поэтому выше, дальше, сильнее. Вот это, наверное, тоже из моих изречений, кредо, в то, что я верю. Стараемся соответствовать тому, что ты любишь, и идти вперед, и не подводить других людей в том, что ты делаешь. Дякую вам за відверту розмову та ексклюзивне інтерв'ю для порталу «Геометрія». Я щиро бажаю вам, перш за все, здоров'я, великих успіхів та перемог. Сьогодні в гостях у нас була майстер спорту з легкої атлетики, рекордсменка Буковини на спринтерській дистанції та засновниця бренду натуральної косметики «Мікстура» Олена Парнета.